Для учащихся появление Вячеслава Фетисова стало настоящим событием. Легендарный хоккеист, а ныне депутат Госдумы, охотно фотографировался со всеми желающими и раздавал автографы. Вместе с главой Ленинского района Олегом Хромовым он осмотрел современный корпус Горкинской школы, пообщался с преподавателями и, конечно, не мог пройти мимо спортзала. Совсем недавно здесь был проведен ремонт, но вопросы остались. Не, батареи горячие, но если преподаватель говорит о том, что все уходит через потолок. На термометре зафиксирована температура 14 градусов. На сегодняшний день учебное заведение принадлежит Министерству образования и науки России. Разговоры о том, чтобы передать школу в муниципальную собственность и решать все проблемы непосредственно администрации района, ведутся не первый день. После посещения учебного корпуса все переместились в музей истории Горкинской школы. Его директор Алла Антонова провела большую ознакомительную экскурсию для почетных гостей. Он был создан 30 лет назад, когда у нас еще был Советский Союз. И, естественно, все было направлено на Ленина, Крупскую, пионеров, октябрят и все прочее. В музее собрана уникальная коллекция истории образования всей страны, в том числе учебники, созданные около 100 лет назад. Школу основала жена Ленина Надежда Крупская. Именно на базе горок проходило апробирование всех предметов и методик советской системы образования, которая, как известно, считается одной из лучших в мировой практике. Олег Хромов и Вячеслав Фетисов тоже смогли почувствовать себя в роли учеников школы первой ступени за партами середины прошлого века. Слава благодарности еще раз тем, кто это все сохраняет по возможности. Но, с другой стороны, нужно, в общем, принимать решения для того, чтобы это все развивать. Востребованность колоссальная. Во всех школах, находящихся в ведении муниципалитета, созданы достойные условия для обучения. Эта школа, хоть и находится на территории района, финансироваться из бюджета не может. Обратился к губернатору области Андрею Воробьеву, обратился, соответственно, к Ольге Васильевой, министру образования Российской Федерации, в Росимущество Российской Федерации. Мы получили подкрепленную позицию Министерства образования Московской области о целесообразности и необходимости передачи из федеральной собственности в муниципальную собственность данного образовательного учреждения. Что касается музея, то, по словам главы, для района было бы честью видеть его филиалом историко-культурного центра. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.